Перед нами упаковка фонаря Скорпион фирмы True Night, версия 2. Сразу на упаковке у нас показано, как переключаются режимы и их количество. Далее в коробке у нас присутствует инструкция. Далее, как всегда, у нас такая кредиточка True Night, которая должен указываться. Модель и дилер, который продал, так как у нас фонарь фирменный, на него дается гарантия 12 месяцев или в течение 15 дней есть возможность замены дефектного фонаря. Ну, оставим ее здесь. Так, в комплекте у нас чехол, и там стимуляк лежит. Запасные уплотнительные резиночки. Их здесь 3 штучки. Ну и, конечно же, сам фонарь. Больше, кроме темляка, здесь ничего нет. Темляк в фонаре очень большой. Тут у нас уже классически для True Night'ов имеется маленькое колечко и карабин на конце. Карабин, кстати, сделан очень хорошо. На вид очень добротный, ну и в эксплуатации тоже. Далее, темляк. Так как он достаточно длинный, на нем установлено 2 ограничителя. Это очень хорошо. Но ограничители немножко царапают шнур. Ну и далее посмотрим, как фонарь у нас залазит в чехол. Чехол шит точно по размеру, то есть это не какой-то там, а другой модели. Тут все отлично. Далее, сзади у нас на липучке. Можно на ремень, и также липучка дублируется у нас кнопочкой. Как видим, немножко сыпется ткань, потому что фонарь новый, здесь вот отстрочки чуть-чуть есть. Ну, не столько важно. Ладно. Далее на сам фонарь у нас изначально установлена клипса. У нас присутствует стальная ударная кромка, достаточно толстая, так что будет очень надежно. Голова у фонаря не очень большая. Далее у нас идет ряд радиаторов. Накатка фонаря достаточно цепляющаяся. Это очень хорошо. Далее у нас имеется грип-упор. Клипса, к примеру, жесткая. Ну и, конечно же, фишка данного фонаря — это управление, то есть кнопочка и магнитное кольцо. Данная кнопка позиционируется как бесшумная и некоторые магазины рекомендуют охотникам данную модель, чтобы не спугнуть зверя при включении. То есть можно фонарь включить совершенно без звука. И как в обычных фонарях, со звонким громким щелчком. Ну, давайте разберем. Внутри фонаря у нас присутствует проставка для батареек. Ну, если можно заметить, плюсовой контакт у нас сделан пружиной, так как фонарь позиционируется как подствольный. Соответственно, чтобы он не рвал контакт, установлена пружина. Вот то отверстие, о котором говорилось в инструкции.
пас. И, соответственно, у нас есть проточка на выступ на кнопке. И они должны совпасть, когда мы закручиваем фонарь. Кнопка тут достаточно интересной конструкции, но сегодня разбирать ее не будем. Как видим, когда фонарь не закручен, можно ее вращать в любых положениях. Как раз вот эта штучка является ограничителем. Теперь что касается клипсы. Клипсы достаточно легко снимаются. Тут очень интересная конструкция у производителя. Есть вот такая шайбочка, которая у нас освобождает зажим клипсы. И клипса также может легко быть установлена. Но установлена она может быть только в одно положение. Здесь есть специальная выемка для основания клипсы вот этого. Больше ее здесь нет. И установка на месте достаточно простая. Также, если, допустим, не надо, можно данную шайбочку убрать просто отсюда. Что касается резьб, нарезов достаточно много, резьба не имеет невысокий профиль, все очень хорошо смазано, в этом плане нареканий нет к производителю. Также немножко вот здесь у нас излишней смазки, вот у нас есть отверстие под темляк для маленького колечка, на которое потом цепляется карабин. Так, ну, установим элемент питания, в данном случае Panasonic 18650. Вот у нас совпало. Все, и можно дальше закручивать. Все, как видим, у нас теперь есть ограничения, мы не можем прокручивать бесконечно. Далее, что касается головы. Ну, при необходимости можно самостоятельно заменить диод. Кому-то нравится холодный цвет, кому-то нет. В данном случае, в данном модели холодный свет используется. Можно установить нейтральный свет, либо же теплый. Но это уже от предпочтений зависит, кто что любит. Резьба здесь также смазана и стоит уплотнительная резинка. Вот тут соединение не разбирается. Ну и теперь попробуем включить фонарь. Первое положение, в котором у нас включается фонарь, если смотря с какой стороны идти, это максимальный режим. Максимальный режим, который у нас работает только по нажатию кнопки, и больше никак. В данном режиме есть у нас небольшое ограничение. Свет максимальный у нас как раз ограничен 1 минутой. После этого происходит сброс по таймеру. Далее, следующее положение. Это у нас строп. Строп также у нас нельзя включить на постоянную. Он только работает, когда нажата кнопка. Далее, следующий режим. Это мун, светлячок. Для темноты очень достаточный, очень комфортно с ним. Как видим, можно переключить режим, но его не активировать. Допустим, сейчас мы выключили фонарь, так как мы были в этом же режиме. Следующий режим – это режим постоянной яркости, но который можно настроить. Для настройки данного режима необходимо зажать кнопку. После чего у нас яркость начинает постепенно убывать и нарастать. В необходимом количестве яркости просто отжать кнопку, и данный режим у нас сохраняется. Следующее, что у нас есть, это блокировка кнопки. Как видим, кнопочка немножко утапливается, и нажать ее далее невозможно. Эту блокировку можно включить, скажем так, просто поворотом, либо же полунажатием и поворотом. Так более легко это происходит. Вот,
Что касается режима, в принципе, наверное, все. Рефлектор фонаря у нас используется гладкий. Остальная ударная кромка достаточно толстая. Вот, из опций к данному фонарю можно приобрести турбоголову, так называемую. Смена происходит достаточно легко. Она имеет немножко увеличенные габариты по сравнению со стандартной головой. Ну и, соответственно, больше рефлектор используется. Применение данной головы актуально для более дальней дистанции. Вблизи, по большому счету, разницы от нее нет. На турбоголове стоит заметить, что никаких логотипов производителя нет, она сделана как безликая. В ней также используется стальная ударная кромка, но она чуть-чуть больше диаметром. И фонарь становится немножко увесистее, с перевесом в сторону головы. Так, ну и еще немаловажная особенность данной модели. У нас неодимовый магнит. И как видим, за счет использования магнитного кольца у нас в фонаре могут переключаться режимы при воздействии магнитного поля. Просто не все режимы видны. Вот такая есть особенность данного фонаря. Магнитного поля достаточно небольшого для включения фонаря. Поэтому стоит быть аккуратным при ношении его в рюкзаке, чтобы фонарь случайно не включился. Ну, можно посмотреть на